Кристоф, ты ранен? Нет, это ерунда. Царапина. Мощные стены Праги когда-то уже имели дело с демонами. Шляхта завладела серебряным рудником на востоке. Так как убежище было очень близко к городу, они смело ходили по улицам ночью и убивали, и делали вещи еще более страшные, чем убийство. Многие были вытащены живыми из своих домов для черных целей. Я никогда не позволю им захватить тебя! О, сэр! Завтра я отправлюсь в серебряные рудники и выгоню паразитов из их нор. Ты не должен! Твоя рана так серьезна! Нет! Я решил! Они заплатят кровью за страх, который ты от них претерпела! О, сэр! Если вы от них пострадаете, мое сердце... Уходи, Анеска! Ты потратил достаточно времени, сэр Кристофа, своей беззаботной болтовней. Кристоф, Бог улыбается твоему гневу. Я буду молиться за твою победу. У меня все получится. Мой добрый друг Кристоф. Твоя храбрость предопределила ход сражения на холмах Моравии. Твои свордбретрены разбили варваров на голову и теперь преследуют отступающие орды в Восточной Болгарии. Когда последний из этих врагов веры будет уничтожен, наш гарнизон вернется в Прагу, и ты сможешь снова вернуться в наши ряды. До той поры я припоручаю тебе заботам святых сестер. Твои друзья-бретрены молятся о твоем быстрейшем выздоровлении, ибо они не могут позволить себе весь остаток дней загнивать в непозволительной роскоши, пока мы жертвуем собой. Я прошу тебя представить свой меч в полное распоряжение архиепископа Гизы, вплоть до нашего возвращения. Благословение Божье да пребудет с тобой, сэр Кутберт. О, господин, я молюсь за успешное завершение твоего опасного путешествия. Радостный дневной свет таит в себе ночной кошмар и ужас. Как же могут хорошие люди Праги спокойно заниматься своим делом, зная, что чужеродное зло таится в этих землях? Приветствую тебя, крестоносец! Какая встреча! Вас я тоже приветствую, рыцарь Святого Джона. Как же замечательно услышать голос земляка-француза! Мы, рыцари Святого Джона, далеко от дома и очень хотели бы вернуться во Францию. Не говорите так. Мы должны с радостью служить Господу до конца нашей службы здесь, на земле. Удачного вам дня! Приветствую, добрый господин рыцарь, и добро пожаловать! Говорят, ты хочешь очистить эти рудники от зла. Эти демоны принесли великие страдания многим хорошим людям Праги. У наших мастеров не осталось серебра для изготовления товара, и многие благородные семьи теперь нищенствуют. Пожалуйста, прими все удобства, которые может представить вам моя скромная гостиница. Да поможет тебе Бог выполнить твою непростую задачу. А, кузница. Здесь я могу заменить свою кольчугу и другие принадлежности, необходимые в бою. Приветствую тебя, добрый господин кузнец. Меня зовут Кристоф,
Я из Сворд, брат Райна, и я хочу получить новые доспехи взамен испорченных в бою. Привет тебе тоже, молодой кислолосец. Меня зовут Джерри Париджов. И каждая доска в моем магазине рано присутствует здесь Сворд, брат Райна. И кого же ты намереваешься убить в своих новых доспехах? Такие вещи выше понимания простого кузнеца. Простите, господин. Я не хочу нарваться на неприятности. Позволь, я пожму тебе руку. Здравствуйте, молодой господин. Позволь, я пожму тебе руку. Будьте осторожны за воротами города ночью, добрый господин рыцарь. Все, кто выходил на ночь за пределы города, в общем, их редко когда видели снова. Даже самые сильные наши воины исчезли. Улицы Праги больше не безопасны ночью. Но за городскими стенами по ночам вовсе весь ад выходит на прогулку. И весь этот ад изрыгает тот замок в Висеграде. Будьте осторожны в шахтах, крестоносец. Если бы обыкновенные люди могли убить это исчадие ада, то мы, рыцари Святого Джона, давно бы сделали это. Мы закрываем эти ворота, когда последние лучи солнца умирают в горах. Вы можете попасть к нам до наступления темноты, или же ждать до рассвета. Я буду молиться за ваше возвращение. В этих тачках все еще осталось труда. Шахтеры, как видно, торопились. А негодяи не стали продолжать их праведный труд. Запах недавно вырытой земли сочетается с трупным зловонием. Как же такое могло случиться? Этот бедный человек умер по непонятной причине. У него нет ни одного ранения, за исключением небольшой ранки на шее.
Дикие псы? Нет, крысы! Thank you.
Я вернул это сокровище силам добра, и я пущу его на дело, угодное Богу. Я вернул это сокровище силам добра, и я пущу...
Это богохульство. Пусть же строители этого нелепого подобия Святого Собора выйдут на бой. Выходи, жалкий негодяй! И спробуй сталь справедливости! Меня зовут Арша Неживая, и я приветствую тебя в своих владениях. Хотя ты, как я вижу, недружелюбный и неблагодарный гость. Черт бы тебя побрал, женщина-дьявол! Проклятая тварь! На земле нет места для таких, как ты! Нет, напротив! Скоро вся земля станет нашей. С каждым днем нас все больше и больше. Мы прорываем любую оборону и оскверняем все святые места. Цимис будет править в Праге, и каждый будет дрожать при нашем приближении. Адское отродье! Чистота священных мест защитит их от вашего зла! Чистоту можно испоганить, а само место осквернить.
Метузелан Виссеграда скоро проснется. Он осквернит все хорошее и оставит на месте пробуждение своего порчу. В осквернении его сила, чистота же для него лакомый кусочек, как твоя кровь для меня. Умри, чертово чудище! В стародавние времена Бог изгнал тебя с небес, теперь же я изгоняю тебя с земли. Умри и гори в аду подальше от взора Господа. Умри, тварь! Это богохульство. Меня... последних почестей. Божьего искупления вины для таких, как ты, не существует. Теперь твоим домом навсегда станут вечные симоницы ада. Амулет святого Иуды. Это знамение. Если я нашел такую вещь в таком забытом Богом месте, то святой наверняка будет ко мне благосклонен.
Кто это там идет? А, это наш крестоносец отступил. Ты что, вернулся, чтобы отсидеться в монастыре? Теперь вся Прага может радоваться. Я получил голову королевы демонов. Да благословит тебя Бог, Христов, защитник Праги. Прошние колокола звонят о твоей победе, Кристоф. Весь город тебе благодарен за то, что ты сделал. Я тоже им благодарен. Добрый день! Я только что вернулся из серебряных шахт. Там больше нет зла. Богатство Божье на тебя хлынуло потоком, Кристоф. Прими в подарок этот серебряный крест за твои заслуги. Я бы хотел услышать любую информацию о вампирах. Она бы помогла мне более мудро сражаться против них. Они зло! Вот все, что тебе надо знать. Я не скверняю свою душу другими знаниями, касающимися вампиров. Благодарю тебя. Кристофу Свордбертрену! Шахта снова работает! Все благодарите пражского героя-крестоносца! Ура! Мы благодарим тебя за восстановление работы шахт. У нас наконец-то появилось серебро, из которого мы можем делать товары, а потом продавать их. Да благословит тебя Бог, сэр Кристоф! Сердце мое радуется при виде вашего веселья по поводу шахт, однако слова Ахры мою радость сразу превращают в грусть. Я боюсь, что враг затаился где-то в Праге. До свидания, миледи. Хорошо сработано, милорд. Спасибо тебе за то, что ты смог снова привести шахты в рабочее состояние, столь угодное Богу. И мы также рады видеть тебя целым и невредимым, зная, через какие опасности тебе пришлось пройти. Все еще есть угроза моему здоровью, и я должен отказаться от вашей помощи. Милорд! Меня еще кое-что беспокоит. И от этого есть только одно средство. И что же я могу по этому поводу для вас сделать, милорд? Я хотел бы... Я возвратил одну старую вещицу, миледи. Амулет Святого Иуды. Я бы хотел отдать его вам, миледи. Следите за ним. Я не беру подарков. Мне достаточно просто того, чем награждает Господь. Но это самая дорогая вещь, которая у меня есть. А ты? Самое дорогое мне из того, чего у меня нет.
Пожалуйста, оставь его себе для моего блага. А, здравствуйте, архиепископ Геза. Объясните ваше намерение по поводу сестры Анески. Я приказ вам говорить только правду перед лицом Господа. Мне кажется, что она самая честная из всех божьих тварей, и мне остается только клять судьбу за то, что я не могу быть с ней. В другое время и в другом месте мы, возможно, могли жить счастливо. Как муж и жена. Такие мысли порочны! Твоя похоть проклинает твою душу и убивает Анеску. Я приказываю тебе убрать из своего сердца эту страсть. Если не для себя, то хотя бы для нее. Не уводи ее от ее божественного предназначения. Негодяй, эгоистичный мальчишка. Она изначально не подходит для таких, как ты. Ее место со мной, с нами, здесь, в монастыре. Твое же место в пустыне, а миссия твоя – вселять страх перед Богом в сердца язычников. Если у тебя хватит сил поддерживать себе эту страсть, то у тебя и хватит и для того, чтобы вернуться к своим войскам. Увы, они слишком далеко. Однако на улицах Праги все еще полно нечистых демонов. Ты бы мог уничтожить этих выродков, чтобы разогнать свою горячую кровь. Я протестую. Мое место здесь. Королева демонов призналась, что они ищут святые места, затем оскверняют их. Мой долг – защитить эти священные земли во время их следующего нападения. Твой архиепископ скажет тебе, в чем заключается твой долг. Иди и убей их на улицах! Я повинуюсь. Но я также буду защищать улицы перед собором и монастырем. Вперед! Я буду следить за тобой, аморальный юноша! Это мой маленький воин. Я уверен, что внутри жестких штанов ты мягкий и нежный. Я съем твою глотку, пока она будет прикреплена к твоему содрогающемуся телу. Это плата за смерть Азры Неживущей. Азры, убей господина Букадлака. Отправляйся, мразь, в клад. Thank you.
Анеска, я защищу тебя! Будь проклят, архиепископ! О нет! Он дьявола в священное место! Это заметает твою бессмертную душу! Он жжется! Эта подлая чистота жжет, как солнце! Возвращайся в бездну, демон! Я заклинаю тебя именем Бога! Умри и будь проклят! Убирайся! Мы не дадим тебе осквернить это святое место! Стоять, нарушители! Азра достала тебя из могилы! Похоже, я опять у вас в долгу, отважный сир. Приходите сюда, когда понадобится. Я у вас в долгу за спасение моей жизни. Ваша отвага позволила противостоять силам ада. Я молюсь, милорд, чтобы вы всегда были рядом, дабы спасти нас от дьявола. Миледи, теперь я готов служить вам до самой смерти. В таком случае я могу не беспокоиться за безопасность нашего скромного монастыря. Его умения огромны, он сражается с силой демона. Его отвага вновь открыла для нас шахты. Не знаю, как Даркаина может увеличить силу такого человека. Да, он оказал огромную услугу для Прометеев, разобравшись с Ахзер без нашей помощи. Но это решение должно быть принято с огромной осторожностью. Мы потеряли слишком многих. Нам нужен его меч в грядущих беспорядках. Остальные кланы с радостью примут его в сложившихся обстоятельствах. Без сомнения, но ты не забыл о власти церкви над умами этих смертных, Космос? Его вера, его сила. Какую пользу он может принести нам, связанной этой верой? Он был изгнан из-за своей раны. Он отделен от сердца братства мечей многими милями. Он может согнуться, но не сломаться. Ты мудр, Космос. Ты хорошо изучил сердца людей войны. Но меня ты не убедил. Примисла разъярены тем, что он продолжает вмешиваться в их планы. Я узнал, что они назначили большую награду за его голову. Он не доживет до следующей луны. Доставь его к принцу и расскажи ему, что этой ночью Екатерина вовлечет во тьму еще одного. Твоя воля исполнена. А Космос? Крестов должен дрогнуть и потерпеть неудачу. Миледи Анеска, я должен поговорить с вами. Тише, ты поднимешь весь монастырь своими криками. Я блуждал по городу часами, и каждый поворот вел меня сюда. Мой лорд, наступает сумрак, вы не должны выходить за дверь, скоро появятся демоны. Я буду сражаться с любыми демонами, которые посмеют приблизиться к этой двери. И чем наш святой орден может помочь его светлости? Миледи, вы должны выслушать меня. Я хотел все рассказать вам раньше, но страх отнял у меня голос. Какая сила могла испугать человека, который встречался с демонами ада? Лицо райского ангела. О, милорд, я... Вы нанесли мне рану, которую нельзя излечить. Моя жизненная сила покидает меня, и я не могу ничего сделать. Я люблю вас, прекрасная Анеска. Я люблю вас такой любовью, какой раньше не знал. Милорд, не надо, такая любовь оскорбляет небеса. Если вы отвергнете меня, я умру. Я не могу отвергнуть вас. Я также ранена той же силой, которая поразила вас. Мое сердце замерло, когда я впервые увидела вас. И теперь мое сердце разбито на две половины. Моя любовь к Богу и моя любовь к вам разрывает меня на части. Я должна предать одну любовь, чтобы сохранить другую. В этом виноваты мои грехи. Злоба запятнала мою бессмертную душу. Нет, это моя распутная страсть заполнила мое добродетельное сердце. Было глупо с моей стороны отдать свое сердце вам. Я с радостью пожертвовала бы собственной душой, но не вашей. Тогда мы потеряны для веры. У наших душ не осталось надежды на спасение. Милорд, посмотрите на этот медальон, который вы дали мне. Это медальон святого Иуды, покровителя заблудших душ. Судьба просто насмехается над нами. Не говорите так. Там, где есть святое, остается надежда. Возможно, святой Иуда даст нам последнюю надежду. Я молюсь, чтобы она осуществилась. Я тоже. Ваши слова надежды наполнили мое сердце отвагой. Я ухожу окрыленным. Прощайте, дорогая Анеска. Нет, улица ночью небезопасна. Вы должны остаться здесь до рассвета. Да благословит Господь мою душу. Дьявол наполнил мое сердце ложными представлениями. Я с дрожью признаю это, но я чувствую, что мне придется отвергнуть всю святость, чтобы остаться. Я бы променял целую вечность в раю на одну ночь у вас. Знаете, вы не одиноки в своей страсти. В таком случае я обречен. Я не могу уйти от своего желания, но я не могу тащить вас за собой в бездну. Я должен покинуть это святое место и больше не возвращаться. Милорд, вернитесь!
вода. Анеска, вода, которую я просил. Я жажду. Я умираю. Я Екатерина Премудрая, Екатерина Прометейская, лидер клана Бруджах. Мы дети Каина, теперь ты один из нас. Да простит меня Господь, я проклят. Успокойся, щенок. Ты слишком слаб, и я без труда переломлю тебя об колено. Ты должен поесть, мой чайлд, прежде чем голод возьмет над тобой верх, и ты станешь безумным. Теперь я просто жалкий демон, крадущий кровь, чтобы жить, проклятый обреченный на ад. Это все, что осталось от благородного Кристофа. Нет, мой чайлд, тебе нужно сделать гораздо больше, чем когда-либо. Сейчас ты Бруджах. Мы, Бруджах, философы Каина. В то время, как остальные кланы копят сокровища, мы собираем чистую мудрость. Мы пытаемся найти способ открыть врата рая. Мы обречены? Нет, мы благородны. В легендарном Карфагене мы жили в гармонии со всеми смертными. Теперь мы ищем секреты демов, в которые могут попасть дети Каина и Сета. Но ненавистные вентры завидуют нашему могуществу. Патрицианский клан предал нас и попытался уничтожить. Мы выжили, но легендарный Карфаген был разрушен. Несмотря на огромные потери, мы, прометейцы, продолжаем поиски гармонии со всеми смертными. Мы самые достойные из нашего поколения, Кристоф. Мы ищем только исполнение нашей мечты, которой был Карфаген. Но для достижения нашей цели нам нужна помощь. Грядет война. Ужасная битва, которая ждет воинов, подобных нам. Войны демонов меня не касаются. Мы заставим тебя передумать, щенок. Довольно, Космос. Крови Бруджах нужно время, чтобы успокоиться. Идите, обдумайте ситуацию. Но знайте, Кристофер, этой ночью вы будете убиты или захвачены нашими врагами. Мы дали вам вечную жизнь и показали истинную картину мира. Я не жду благодарности, но наш клан требует верности или смерти. Здесь для меня нет жизни. Даже мое сердце прекратило биться. Моя душа покинула меня. Не осталось ничего для спасения или проклятия. Вы должны принести присягу новой госпоже. Я здесь недавно и знаю об этом мире немного. Я согласен служить вам. Такие мятежи не часто встречаются у Бруджах. Я не потерплю подобного упрямства. Он показал столько преданности. Сколько можно ожидать от такого, как он, Екатерина? Отлично, Космос. В таком случае ты можешь держать его на привязи. Посмотрим. Кристоф, ты должен понять, что имя нашему врагу — Легион. И главный из них — клан Зениски, который заразил Прагу чумой. Демоны хотят убить тебя, чтобы отомстить за смерть Ахзера и ее служителей. Если ты хочешь выжить, ты должен научиться магии крови. Ты должен познать все наши законы, иначе ты превратишься в жуткого монстра, подобного Зениску. Наш первый закон. Госпожа Екатерина, я прошу вашего снисхождения. Кристоф — человек действия. Он гораздо быстрее научится всему на поле боя. Позвольте мне взять его с собой в убежище Гринола, где он сможет узнать наши законы в действии. Я могу использовать умелого воина для перекрытия моей спины. Кристоф еще не готов. Поистине, он готов как никогда. Мне нужен твой совет, Космос. Кристоф не философ, Бруджах. Его горячая кровь слишком охлаждается, когда у него нет занятия, миссии. Пошли его в бой. Если он выживет, он научится всему, что должен знать. Отлично. Кристоф, я отправляю тебя с Вильгельмом Стретчером. Слушай, что он говорит тебе, если хочешь пережить эту ночь. Иди, мой воин, проникни глубоко в логово нашего дорогого союзника Гринола из клана Каппадоциан. Время прикрыть клюв, ученик.
Екатерина философ, а не воин. Она бы заставила своих учеников изучать знания вампиров в своем гнезде до тех пор, пока не остал бы гиена. И никогда не вывозила бы из гнезда, чтобы дать им расправить свои крылья. Но я не могу тратить часы на обсуждение мудрости каенитов в ее университете. Дай мне в руку меч и позволь почувствовать вкус крови. И у меня будет вся мудрость, которая мне нужна. Я чувствую, ты согласен со мной? Я не согласен с тобой, кровопийца. Я бью только тех, кто заслуживает удара моего меча. Я не убиваю невинных, чтобы напиться их крови. Ты должен напиться крови, иначе ты умрешь. Но тебе не обязательно убивать для этого. Выпей столько крови, сколько тебе надо. Позволь ему выжить. Убийство противоречит этике прометейцев. Эта дорога ведет к монстру. Монстру? Монстр, порожденный Каином. Запомни это, или пропадешь навечно. Подобные действия разрушают клетку монстра, и он может захватить твой разум, как захватил разум многих подобных Аксле. Монстр делает их сумасшедшими? Нет. Сумасшедшие вампиры зовутся молкавианами. Если тебе придется встретиться с ними, тебе может помочь только Господь. Но когда тебе понадобится его помощь, Бог не сможет помочь тебе. Нет. Монстр приносит не безумие, но демоническое обладение тобой проклятие Каина. Мы, прометейцы, странники земли монстра, но мы не покинули дорогу гуманности. Наше сострадание спасает нас по когти монстра. Всегда помни об этом, иначе ты будешь сожран изнутри. Твоя жизнь бесконечна, но ты должен скрываться от солнечных лучей. Приносящая жизнь солнца таким, как мы, может дать только смерть. Днем мы должны отступать в свое убежище под университетом. Я голоден, и мне требуется пища. Ради всего святого!